Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Цими днями весь світ звертає увагу на боротьбу з інсультом. Тож сьогодні ми даємо вам цінні рекомендації, як же позбутись цієї проблеми, аби вона не настала як у вас, так і у ваших рідних та близьких. Отож, допоможе нам розібратися з цією проблемою Людмила Дзяк, членкиня, кореспондентка НАМН України, лауреатка Державної премії України, заслужена діячка науки та техніки України, завідувачка кафедри нервових хвороб та нейрохірургії, докторка медичних наук та професорка. Отож, пані Людмило, справді весь світ не дарма звертає увагу на проблему інсультів. Вони зараз стоять, мабуть, на одному з перших місць, тому що проблема є, і треба, мабуть, знати, як до неї ставитись, аби позбутись усіх негативних наслідків. За статистикою, взагалі, за тим, що відбувається, розкажіть, будь ласка. Добрий день. Ну, прежде всего, я хочу сказать о трагизме данной проблемы. Почему мы особое внимание уделяем и всегда уделяли этой проблеме? Потому что каждые 90 секунд в нашей стране у одного жителя развивается эта катастрофа. При этом мне хотелось обратить всех внимание на то, что 90% больных – это практически с неблагоприятными исходами. 50% из них умирает. Только 10% возвращаются к труду. Угу. Остальные становятся инвалидами. Пані Людмила, а взагалі, щоб розібрати саму проблематику і чому так багато людей вмирають, може, можна якось заподіяти? Може, можна щось зробити? Ну, для начала треба обратити увагу, чому розвивається цей інсульт. І що ми повинні з вами зробити для того, щоб це не було. І існують достатньо дуже прості рекомендації по этому поводу, которые вполне выполнимы, прежде всего, это рациональное питание. Надо уменьшить потребление соли до 2 мг в сутки. Так мало? Да. Ну, что-то присолить можно трошки? Дуже мало. Нужно, безусловно, диета совершенно несложная. Диетическое рациональное питание – это преобладание фруктов, это преобладание различных овощей, возможных, которые на сегодняшний день есть в большом количестве. Безусловно, это употребление нежирных, ненасыщенных жиров. Это наш бич и у нас в нашей области, мы анализировали это. Это продукты с богатым содержанием калия, практически до 5 грамм в сутки. Пані Людмила, а от люди, можливо, не будуть розбиратися і шукати, де ж що там, так? І от жири, наприклад, і ті продукти, в яких є калій. Ви можете зробити невеличкий перелік, от що краще би рекомендується їсти? Ну, це курага. Найбільше содержання калія – це абрикоси, які можна купити, самим сушити. Це, в общем-то, достатньо велике кількість, об'єм таких от продуктів, де є калій. Їх треба просто більше употребляти в своєму рецепті. Рационе, потому что именно характер питания очень напрямую связан, ассоциируется с развитием артериальной гипертензии. И на сегодняшний день практически 80% населения имеют высокие цифры артериального давления, на которые зачастую не обращается внимания. Поэтому первое и вполне выполнимое – это рациональное питание, физическая культура. Физические упражнения. Я вам назову очень интересные цифры. 45 минут в неделю достаточно аэробных упражнений для того, чтобы уменьшить распространенность инсульта. 150 минут быстрой ходьбы или умеренной ходьбы, или плавания в неделю достаточно для того, чтобы не возник инсульт наряду со всеми остальными, вот с рациональным питанием. Так, це все дуже просто, мабуть, это зробити. Все очень що просто. Тут, що тут такого? Это очень просто. Следующее, на что я хотела бы обратить внимание, это отказ от вредных привычек.
Это отказ от курения, злоупотребление алкоголя. Сейчас это очень распространено, и последние вот 2 года мы это наблюдаем. И это большая трагедия сейчас. Ну, контроль артериального давления. Я хочу сразу обратить внимание на эпизоды артериального давления, подъема. Если они появляются, надо обязательно обратиться к своему куратору, то есть к семейному врачу, для того, чтобы проследить, в какой стадии артериальная гипертензия. Обязательно контроль холестерина и обязательно контроль сахара, глюкозы в крови. Ну вот, и если следить за этими факторами, мы можем значительно уменьшить развитие. Конечно, есть еще один фактор, о котором говорят во всем мире. Это психоэмоциональная нагрузка. Но сейчас, конечно, большое напряжение в обществе, напряжение у нас в стране, напряжение в нашем регионе. Ну, надо постараться все-таки адаптироваться к этой ситуации. Если не получается лично, надо обратиться к психотерапевту для того, чтобы рассказали. Очень много нагнетается и ситуации, очень много информации, которая не имеет под себя никакой научной базы и в плане прививок, и в плане другой ситуации сейчас. И, конечно, астенизация населения очень сильно большая сейчас. А люди нервуются, так? Вони можуть нервуватися просто через причини, так, які є кожного дня, а можуть просто і набувати інших, на які краще би не звертати увагу, а просто себе змусити бути спокійним, так? Якщо ми не можемо вплинути на ситуацію, то треба її відпустити, як то кажуть, так? Пані Людмила, а з приводу тиску. Якщо, наприклад, високий тиск, і людина помічає, що в неї там якийсь час він тримається, то про що це може свідчити? І чи справді потрібно за якийсь проміжок часу вже звертатися до лікаря? К врачу треба обращатися сразу при появлении уже періодичних підйомів артеріального давлення. Коварство артериальной гипертензии состоит в том, что она уже есть, но когда мы меряем периферическое артериальное давление на руке, показатели могут быть абсолютно нормальные. Это связано с патогенетическими механизмами развития и формирования артериальной гипертензии. А уже в структурах мозга мы имеем морфологические изменения. Ну, так все серьезно. И такие люди раздраженные, эмоционально такие вот неустойчивые, депрессия у таких людей, которые могут быть признаками уже текущей артериальной гипертензии. Поэтому при появлении любых признаков и периодических подъемов надо сразу обращаться к семейному врачу. И у нас достаточно грамотные семейные врачи. Они обучаются у нас в университете по программе постдипломной подготовки врачей. И есть программы, что надо делать с пациентами, когда поднимается артериальное давление. Пані Людмила, а ось якщо в людини інсульт, ну от родичі вже повинні розуміти, що робити до того, як прибуде швидка. Тому кажуть, в перші от так, 30 хвилин можна щось зробити. Чи це справді така прерогатива ваших близьких, чи потрібно залишити все для медиків? Так, ви знаєте, це наступна проблема. Я ще хочу сказати по поводу не зовсім образованості нашого населення. Очень часто, очень довго ждуть и наблюдают за больным, и не понимают, что с ним происходит. Есть достаточно интересное правило. Лицо, рука, речь. Это надо запомнить. И если больной не может вам улыбнуться, или поднять 2 руки, или что-то вам рассказать, или написать СМС, это уже признаки начинающегося инсульта. Или резкая головная боль, или головокружение. Надо сразу вызывать скорую помощь. Есть такое неписанное правило, а сейчас оно подтверждено научно, и мы так работаем. Мозг – это время. Надо все успеть сделать. От начала первого симптома до
первых медицинской помощи специализированной должно пройти всего 3 часа. И так работает наша скорая помощь. И такие установки есть у всех бригад скорой помощи у нас в городе Днепропетровске. Что должны сделать после того, как вызвали скорую помощь? Уложить больного с подъемом головы. Причем подъем должен начинаться с лопаток. Угу. Открыть форточку, свежий воздух. Расстегнуть больного, если очень какая-то плотная вещь. И дальше все. Вы знаете, в некоторых странах пишут, надо измерить давление и дать препараты, которые пациенты наши лечились, их лечились. Но у нас большой опыт лечения больных с инсультами, сосудистыми заболеваниями. У нас так не получается. Если мы говорим об этой рекомендации, то все, что есть в аптечке, начинает давать этому пациенту, если у него высокое давление. И я хочу обратиться вот к нашему населению и сказать, что если у пациента давление 180 и 100, и вы видите какие-то неврологические признаки, о которых я сказала, понижать давление нельзя. Это вот это давление, которая обеспечивает кровоснабжение мозга, которое нарушается, где возникла гипоперфузия мозга, то есть недостаточность кровообращения. Угу. Что у нас происходит? Начинают снижать. Звонят и говорят, вот мы снизили уже давление нормальное, а ему хуже. И я хочу сказать, что меньше чем 15-20% от исходного, которое вы померили, в течение суток мы не имеем права снижать давление. Угу. А 180 и 100, даже с инсультом, который поступает к нам в клинику, а клиника наша в областной больнице Мечникова, то мы не трогаем это давление, мы не снижаем это давление. Тобто людину можна було врятувати да. в медичному закладі, так? А вдома да. вже зробили все Ви для знаете, того, щоб... Поздно поступає. Надо, щоб він приїхав в течение 3 часов. І есть прекрасные условия для организации, для того, чтобы оказать специализированную помощь. Сейчас в больнице Мечникова у нас есть шикарный эндоваскулярный центр. Мы делаем тромболизис, мы делаем тромбоэкстракцию. И с достаточно хорошими исходами у наших пациентов. Даже если есть слабость в руке и ноге, она проходит, то есть гемипарез, восстанавливается речь. Вот сегодня буквально на оперативке доложили, жили, ночью поступил такой больной, достаточно молодой, 50 лет, и мы спасаем людей. А, пані Людмило, другий раз, от кажуть, дуже страшно, коли в людини другий інсульт, і там вже менше шансів. Чи правда так і є, чи можна щось зробити в такому випадку? Ну, от перше, ми вже зрозуміли, що тут дуже швидко треба звернутися. Ну, прежде всего, ми ще не закінчили перший інсульт. Угу. В том моменте, когда он выписался со стационара, это лечение не заканчивается. Вообще, вот эта концепция о том, что инсульт – это острое состояние, сейчас она опровергнута. Угу. Это хроническое состояние. Треба постійно слідкувати. После острого периода надо проводить реабилитацию. Кроме того, надо следить за очень многими показателями. Это и артериальное давление, это и сахар крови, глюкоза крови, это и холестерин, это свертывающая система крови. Это все те факторы, которые вызывают инсульт. И очень тщательно за этим следить. Самая большая проблема у нашего населения – это самолечение. Наше население, к сожалению, все знает. Ну, зараз интернет, все доступно, да. прочитали. И делает очень много ошибок. Безусловно, перенесенный первый инсульт без вот такой адекватной поддержки и адекватной помощи является, конечно, фактором того, что может развиться повторный инсульт. И повторный инсульт, фактор риска развития повторного увеличивается в 9 раз.
по сравнению с первым. То есть трагизм, я начала свое выступление, что это большая трагедия. Да, действительно, это должна быть большая трагедия. И самая большая трагедия, что когда развивается инсульт, очень многие оставляют пациентов дома, очень многие считают, что это все пройдет, и не обращаются за медицинской помощью. Пані Людмило, а чи може людина повернутися, от коли реабілітація, так, у неї, це ж ми вже говоримо про те, що це хронічний стан, і треба постійно слідкувати і підтримувати людину. Чи може вона повернутися до звичного ритму життя, чи може, зможе вона працювати після того? Да. В современных условиях оказания специализированной помощи, да, может возвращаться, если все вовремя сделано, если следят за всеми параметрами, показателями. И надо сделать так, чтобы это было у нас в нашем регионе. Для этого мы, наверное, сегодня с вами беседуем, для нашего населения, для наших всех жителей. И я думаю, что это очень такая... правильна встреча з вами. Пані Людмило, а наостанок от хочеться почути від вас рекомендації. Справді, ми вже протягом всієї програми поговорили, і ви звернули увагу на найважливіше, на те, що треба зробити у перші хвилини. І наостанок хочеться все ж ще раз звернутися до тих людей, які зіштовхнулися з цією проблемою, і до тих, хто ще не знає, що це таке, аби воно не сталося у їхньому житті. Будь ласка. Ну, соблюдать все абсолютно постулаты, о которых я говорила. Коррекция факторов риска. Это обязательно. Это артериальная гипертензия, это сахарный диабет, это повышенный холестерин, это избегать или адаптироваться к психоэмоциональному напряжению, которое есть. Это абсолютно точно. Не заниматься самолечением. Контактировать со своим куратором, то есть семейным врачом. Обязательно при первой помощи, при первых признаках обращаться в медицинское учреждение. После перенесенного инсульта отнестись к этой проблеме как к хронической проблеме и заниматься этим больным, этими больными. И тогда может быть достигнут у нас успех. А вообще инсульт – это... не самостоятельное заболевание. Угу. Это следствие или не вовремя диагностированных заболеваний, такие как сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия. Или неадекватное лечение, нет комплаенса между препаратами пациентов, между пациентом и семейным врачом. Поэтому, если мы будем все эти постулаты, эти заповеди, как я говорю, соблюдать, у нас значительно улучшится ситуация. Ну, ми будемо на це сподіватися, пані Людмила, справді, так ви зараз дали можливість нашим глядачам і взагалі усім, хто не хотів би, щоб ця проблема була у їхньому житті, звернути увагу на інсульт, так, і побачити трошки з іншого боку, що ситуація, вона вирішується. Головне – зробити все правильно, не допустити помилок. І тоді ми всі будемо розуміти, що все добре, все можливо, ніколи не впадати у відчай, тільки йти вперед, так, знайти той консенсус між лікарем, довіритись і зробити все правильно. Я вам дуже дякую, пані Людмила, що прийшли сьогодні до нашої студії. Спасибо вам. І хочеться вам теж побажати міцного здоров'я, нехай все буде добре у вашому житті. Ну, а ми, звичайно ж, будемо дотримуватись усіх рекомендацій таких відомих спеціалістів, фахівців, які приходять до нашої студії. Не перемикайтесь, зустрінемось за декілька хвилин.